По факту смертельного ранения водителя, остановленного за нарушение правил дорожного движения, прокуратура завела дело по статье «Превышение власти». Сотрудник УПСМ водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Напомним, накануне в УВД Свердловского района поступило сообщение, что возле мечети, рядом с пересечением проспекта Чебекджилу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение. Выяснилось, что 32-летний погибший получил ранение в область грудной клетки от выстрела младшим инспектором Управления патрульной службы милиции. Бригада скорой помощи не смогла помочь раненому, он скончался на месте. Из близлежащих видеокамер изъяты записи.